принесли вот такой вот велосипедик. Карбоновый скот, весь такой карбоновый, вилочка Fox, толстые ноги, очень легкий, все очень круто. И в него зачем-то решили поставить мотор редукторный, 350 ватт, наверное, или 250 ватт на 48 вольт. Весь на SLX, вообще весь крутой. Как обычно, купили мотор где-то в магазине. Мастера вызвали по объявлению с Авито. Ничего не работает. Что-то там неправильно подсоединили. И не работает ничего. Зачем на таком велосипеде крутом и карбоновом мотор? Я не знаю. Но давайте я вам сделаю обзор велосипеда. Смотрите, какой классный. На контактах, на топталках, на SLX, тормоза SLX. Все тут круто. У нас Dior XT, здесь у нас SLX, даже аккумулятор, смотрите, как красиво сделан в таком вот корпусе. Правда, тут всего получается две ячейки, как эти две ячейки с названием Samsung выдадут 8,8 ампер-часов, я не знаю, потому что по идее они выдадут только, наверное, поменьше. Вот, в общем, ничего не работает. Обращайтесь к лучшим мастерам по Авито. Они вам отремонтируют так, что придется потом все это менять. По гарантии, наверное. Вот такой вот очень симпатичный велосипед. Прям красота. Накатистый. Резина шикарная. Вообще все круто. Починили мы его достаточно быстро. Ну, за минуту, скажем так. Все готово. Теперь можно ездить на моторе.